16 апреля бой Ломаченко. Что скажешь? С Кроллой, конечно, тут большая ответственность, наверное, лежит на Анатолия Николаевича Ломаченко в тренировочном процессе, потому что, как многим и мне показалось, что Вася был в двух боях, может быть, или перетренирован, либо так хорошо сильно готовились соперники. Но я думаю, что Василий Ломаченко все взвесил, и, наверное, это также лежит на Василия Ломаченко ответственность показать красивый бокс, его исполнение в стиле Василия Ломаченко. Бои у него зрелищные и очень красивые. Главное Васе оставаться в своей манере, бить постоянно свои комбинации. Ну и, в принципе, удачи желаю. И победа, конечно, за Василия Ломаченко. Думаю, ТКО, 8-й раунд. Что скажешь по поводу твоего боя с Ломаченко? Да у нас разные, я думаю, дороги. Их надо и придерживаться. Если, конечно, не сведут нас наши менеджеры. Я тут не при делах, мое время тренироваться и, в принципе, быть всегда готовым. А там как Бог, как судьба распорядится. Василий Анатольевич Ломаченко, мы тебе желаем удачи и всей Украиной держим за тебя кулаки. Ты наш чемпион.